Первоуральцы еще могут успеть посмотреть новые разработки на выставке «Иннопром-2018». Так, например, там представлены нейромобиль, который управляется силой мысли, прибор «Паломник», настроенный для ежедневной мусульманской молитвы, корейский гибридный электрокар Hyundai Ioniq. Мы выяснили у жителей Первоуральска, планируют ли они посмотреть уникальные новинки. Там все новое, я такого еще не видел. Очень много интересного, очень много хорошего. Не бывал, но слышал, конечно, да. Честно говоря, не знаю, но насколько я понимаю, там выставляются различные достижения в области инновационной промышленности. Самое передовое, красивое, хорошее. Единственное, что наша область вот начала везде участвовать.